здесь? Одно покладем и вот так, вот так. Угу. Это маленький. Мы сегодня на кровати будем спать. Серьезно? Да, без матраса, правда. Ну и ладно. На ДВП. Ну и ладно. Ну ничего, пойдем. Ой, 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 ремень, ремень, ремень. Если б не я, то поместился бы, да? Нет. Нет. Еще не влазит? Ну здесь вот. Его если поднять... Нет. И то все равно не войдет. Не хватает чуть-чуть. Что только не сделаешь для сна, любимой. Придется вообще ехать. Там. Зайка, я ради тебя могу пешком вот. Пойти. Все. Все, вошла, вошла. Почему? Вот так. Все, вот так пойдет. А это поломать или все, может, вообще. Да, вот так, да. О, сами поломались. Ура! Бедный Патрик. Зато мы с таким Патриком самые счастливые. Это ничего, на Ланд Крузере кирпичи таскают, блин. Полный грузят и грузят, блин. Ничего. Да, я тут до ремня не достаю. Тебе там как, комфортно? Нормально. Главное, чтобы тебе было. Главное, чтобы комфортно спать было. Мы неправильно сделали, можно было его, ну, просто вот это задевать. Живой? Доехал? У меня чуть-чуть еще и кузов будет на руле лежать. Реально, ой, я вот бедный, так, вот с такой ехал. Тут лобовое, бам, у меня. Ну, не, без бам. Ну, показывай, как ты сидишь. Ну да, прикольно. Вылезти. Рушан, ладно уж. Ну да, я представляю, если бы я вчера так ехал бы. Ну да, ты бы не ехал бы вчера бы так. Тяжко было бы. Дальняя дорога. Дальняя дорога. Ох, ну все, будем выгружаться. Угу. Как положим, все, покажем, да? Сначала отмыть надо. Каркас. Кого отмыть? Каркас. Вода, кстати, мне надо быстренько сходить помыть, потому что мы быстренько уехали. Нам надо было заплатить за газ, за свет. За мусор. Года. Кстати, расскажи за мусор, да, сколько человек? За мусор 60 человек. Там дрова там пировал, ладно. Вот. Я прихожу, они говорят, а у вас же мусор. Давай, мы тоже пошли. Мусор вывозят, а вы договор подписывали, я говорю, нет. Не забывай, когда ладно, я тебе звоню. Человек, говорит, мусор вывозят у вас уже месяц. Алло. Я говорю, ну где там, ничего не говорил, он такой, ну как не говорил. Я говорю, ну где сказал, что ему бесплатно мусор вывозится. Он такой, ну это ему, говорит, а ваш же, говорит, там 5 человек проживает. Я говорю, вообще-то, ну, это двое из них это. Сколько в итоге ты? Что-то было? Паук какой-то, жук, полетел. Подожди. Так в итоге сколько заплатил? 300 рублей за месяц. А, вы пауков боитесь? Да. Вот Лерочка, значит, у нас кого. Где там мой альбиносик? Говорят, ее оса упустила. 300 рублей за воду, 300 рублей за мусор. Сразу накрывать, да? Не, надо сначала помыть, они... А здесь где-нибудь бросьте, Рушан? Каркас, каркас. Здесь можно поставить, Рушан. Каркас, прислоним его, вот. А я пойду пока помою.
Матрас, это матрас растущий. А что он такой тонкий? Ну, он еще маленький, его поливать будут по ночам. Он вырастет. Он будет расти, напухать. Каким образом его поливать по ночам? Каким образом поливать? Ну, это естественно. Ты мне будешь помогать его поливать по ночам? Я буду поить на ночь. Ладно. Так что вот наш матрас пока. Ну, тоже отличный матрас. Советуем. Нормально? Ну, бутыль, это что-то, что-то. Это фигня, всё. Когда мы в Москве с Рушаном жили, и эти кондиционеры, ты не поверишь. Фляжками? Всякие разные. Я их коллекционировала, я без кондиционера вообще жить не могу. Угу. Я стирать не буду снимать кондиционера, не могу прям. Нравится. 200 рублей ваша в этом, всегда фурит. Купила. Видите, любят, когда ты рулет, особенно Андрейка. Ну, не рулетик это. Хорошо, и купили это. Именно сварить борщ. Синий, вот как ты заказывала укроп. И? Что здесь? А, вот еще помидоры купили, решала тапки. Он сам выбирал. Ну, Майкс и Андрей. За 58 в этом светофоре, да? Да. Опс. Блин. Кашки. Кашки, кашки, кашки. Макарошки. Две дыни. Ну как? Нормально? Ты где? Да, отлично. Ну все, будет ходить дома, да? А, дома, вчера, да, ходить? Он вчера улегся, а пятки черные. Все равно дети же бегают, они. Ну хотя я перед вашим приездом помогла. Ну всегда, да, стараемся вечером молчать, но все равно. Ноги грязные, потом лезет в постель. Я вам думаю, что тебе тапочки уже иметь. Ну да, так как новая кровать, новый матрас. Да. Мы же и так, но... Ой, надо открыть, я сейчас буду порядок наводить. Идут дети. Идут? Да, у нас ЧП опять. Сейчас Альбинка тут все скажет. Что у нас за ЧП тут не решил? Альбиночка, иди сюда. Где Альбина? Зови ее. Альбина. Альбину на площадке укусила. На Альбинку, ребят, пожалуйста. Оса. Альбина, рассказывай, что такое? Оса. А, ну видишь, болит? Уже сошла. У меня прям такой был кругляшок. Намазала мне, я ее. Пожалуйста, на мою кулебяку, Джим. И мне. А мне на мою... А мне в мой... Как там, ванночку тоже, Джим. Ванночка. Ну, сама вот. Кусила, сама кусила хорошо. Ой, плохо. Ты же все съела уже. Поняла. Ты, конечно, как без тебя-то. И тебе? Да, и мне в мою ванночку. Не жжет? Легче стало? Чуть-чуть болит. Ну, немного поболит, да. Ну, ничего, жить будешь, не переживай. Что сказал? У тебя говорили. Возьми салфеточку, Альбиночка, пожалуйста. Тихо, тихо. Теперь вот так, аккуратненько. Вот-вот салфеточка, салфеточка. У нас какие концы. Знаешь, мне нравится нюхать еще. Спасибо. А у тебя в чем нос? В морожке, наверное. В морожке тебе. Морожка — это ягода такая. Правильно. А это морожка. Она где растет, эта ягода? В лесу. Нет, морожка где растет? Она знала. Ты же мне говорила, что морожка растет на болоте. Альбиноська. Ой, дай поделаю. Матрас. Так, отдашь мне тряпочку? Не снять видео, видишь? У маленькая комната. Я вот здесь хочу протереть, может быть, или... Где? Вот здесь. А зачем? Думаешь, а что здесь? Это вниз. Это вниз, оно будет осыпаться, смотри, это по-любому. Ты это, мне кажется, не вытрешь. Вытрешь, а потом высохнет, опять будет сыпаться. Да? Ну да, сейчас. Да. На вашу полуторку войдёшь? Войдёт. Вы её резали, нет? Да. А, я забыла. Я на Рушан в четырёх углах дырочки сделала и там завяжи, чтобы она не делала. Здесь под шурупчики надо. Так. Ба-ба-ба-ба. Так.
нам переезжаем. Обобьешься. Все. Так, здесь уровень вообще так сделать. Вообще шикарно. Да здесь даже не надо ничего, она так... Держится все... вот эти шоссы, вот да. Эти вот болты держат. Да, ничего не надо. Да, ничего не надо. Вообще не чувствуется. Сейчас я тут протрущу. Давай, обнимай, ты ляг. В смысле, я ляг. Я сейчас так протру. Я сейчас свои черные. Здесь вам можно и спать, и есть. Ну, как тахта. У тебя есть? Оу, смотри, все, да? Ой. Ой, ой, как хорошо. Серьезно. На, иди сюда. Рядышком, давай. Рожка. Давай, 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 давай. А вот это сейчас. Прощупывается? Нет, не прощипывается. Но жестко, да? Ну не мягко, как на матрасе. Вот такое. Ну, вам нужно вот такую попал. Заставку. Подождите, замрите. Да? Чего? Мягче, чем на полу. Вот да. Такую заставку и в новую кровать. Прикольно, да. Что? Наша новая кровать. Все, ладно, не спал. Ты не выспался? Хорошо, подъема, буду уборку наводить в комнате. А ты запах в этой штуке пройдет или нет? Да. Конечно, пройдет. Да? Да. Сильно пахнет. Твой папа же тебя друга чихал. А, насморк пошел. Уйдет, уйдет. Здорово. Сейчас застелится и вообще шикарно. Сейчас пойдем. По деревне. Вам эта кровать во сколько обошлась? Ну, а дорога сколько туда стоит? Ну, грубо говоря, мы, смотри, за два раза. Нет, за раз. Второй раз же раз вы поехали за кроватью. Я не заправлялся, на обратном пути заправился. 500 рублей и все. Ну, вообще примерно. 1000. На два рейса 1000. Хороша. Туда и обратно. Причем здесь два рейса? Тебе другой говорят. Один рейс просто. Приблизительно. Сейчас скажу, сколько будет? Рублей 800. И плюс матрас. 1200, да, грубо говоря. Ну нормально, а что? Говорит, матрас. Нормально. Лесь, идем. Не надо приучать. Потом будет твое идем. Ты рада? Ну, довольна? Ну, круто. Так, что у вас здесь? Ложки. Ну нет, почему? Просто почесалась. Она теперь вон туда может залезть. И в углу вам котят родить. Да. Вот, да нет, на самом таки глаза будут. Если она да, родит нет. Там, мы будем куда-то в другое место носить, она потом будет брать и сюда перетаскивать. Кошки всегда таскают на то место, где родили. Так что коробку придется сюда оставить. Нэнсик, ты моя девочка с лапочками. Что это одеяло под нам, под нас стелить? Потом заберу на себя. Конечно. Или оставим его? Нет, вот стелите. Это под нас. У нас белое есть укрываться. А зимой потом чем будем укрываться? Белым. Оно тонкое. Оно нормальное. Топить будете. В Москве там, знаешь, как топили? Ой, в квартирах. Там холод по другой совсем. Саманы дома теплые очень. Ну давай. Ну до зимы может. Вдруг у нас матрас появится, что ты прям появится. Нет, ну на нем уже не судьба будет, потому им укрываться, но все равно под вами все. Наша кровать появилась, да? Скота, да.
трещинами не пойдет? Вот это уже что? Два одинарных по 70 или один целый. Дядя Юра, сегодня шеф-повар, разделывает рыбу. Долго она ждала. А вон там плед, который лежал, можешь его стряхнуть, принести? Да. Давай. Тут просто бежит, поэтому она это... Нэнси у нас уже вообще обленилась. Нэнси! Нэнси, ты обленилась, да? Девчонки бегают, отвлекают ее. А, все, спугнули. Лежит, кушает, лежа.